Всем привет, да. Ну я вас хотел подзадорить. Спасибо, что отреагировали. Меня зовут Анзор, я из Карабалты, да, я реально родился и выжил в этом городе. Да, для тех, кто не верит, попробуйте сами там родиться, хрен выживете, реально. Кто не знает, как обстоят дела в городе Карабалта, я вас спрошу, вы когда-нибудь играли в GTA? Это типичная жизнь в городе Карабалта, да, там также можно спокойно идти, поймать проститутку, сбить, забрать у нее деньги, идти дальше, угнать машину у таксиста и все, что он сделает, он не напишет вам заяву в ментуру, а просто побежит за пару секунд, повернется и пойдет пешком обратно. Ну, для тех, кто знал GTA, поймут, вот так вот я шучу. На самом деле GTA очень такой с развитой индустрией город, у нас есть свой смотрящий. У вас говорят мэр. Он решает социальные проблемы, у нас, говорят, отвечает за людское. Также это очень культурный город. По крайней мере, 10% населения не считает себя мырками. Это просто информация, это не шутка. Я даже не ставил на нее. Недавно в Карабалте произошло грандиозное событие. Открыли новый павильон на базаре. Да, это грандиозное событие, потому что открытие павильона — это гораздо реже, чем ограбление павильона. Напротив, проходило другое грандиозное событие. Юбилей, 100-е ограбление павильона. На этот раз украли сам павильон. Спасибо. Я очень надеялся на эту шутку. Знаете, я вот смотрю новости, и в Европе творится какой-то хаос. Да, вот в Украине, в Испании, в Шотландии города и области хотят отделиться от своей страны. Мне кажется, у нас в Карабалте немного по-другому. Мне кажется, страна хочет отделиться от Карабалты. Мы как бы 20 лет уже ни от кого не зависим против своей воли, да, про нас забыли. Последний из главы государства, кто посещал Карабалту, был Масалиев. Для тех, кто хочет понять, насколько давно было, он правил до Акаева. На самом деле, самая фишка Карабалта — это его название, перевод, «Черный топор». По-моему, не самое удачное название для города, вам так не кажется? Мне интересно вообще, как это производит? У нас топоров-то не производят, тем более черный. Почему? Вспоминали именно черный топор. Я вот думаю, как это могло происходить, да, правитель древнего города собрал людей, говорит, люди, нам нужно название, у кого какие варианты, и тут начинают люди такие варианты предлагать, там, давайте назовем прекрасный город, нет, скучно, давайте Златоград, как-то пафосно, давайте, и тут такой дебил из толпы, давайте назовем черный топор, охерительно, черный топор, решено. Я даже знаю, что у этого чувака потом дела в гору пошли, он стал правителем другого города, Каракол.